он подаст нам этот интернет. Вообще как бы это дело. Пусть делает скан. Вот так я дополнительно еще закину. Я з науково-дослідницькими матеріалами. А як вас звати? Денис. А прізвище? Юрмак. Девочка є красива. Дуже сильно хоче возглавити или ТРК Україна, или внешний експоцентр. Это все Дуся. Если девочка красива и девочка в теме, то это как раз достаточно легко, только мы этим заниматься. Мы перекинем ее на людей. Хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це зробив, як ці записи опинилися у Лероса. Географічна справка і іменно по роботі. Я взагалі сюди йшов, і мені говорили про те, що ну там уже розрішений. То есть та информация, которая у меня. Куда выходит? Да, я вас перепутал, 100%, да. Это Укрзалезница. Поэтому в мытнице я... Да. Денег тебе, глупо. Получить деньги — это вопрос принципа. А то, что мы им поможем, это по-любому. Денис, об этом говорить не надо. Денис берет 4. С 10, с 5, 4. По 500 долларов раскинем. Ну, это твои друзья. Мои друзья, да. Я хотел по штуке. Ты думаешь, ему надо это знать? Ну, какая разница, может, по-честному все делать. Он тогда, блин, выйдет. Типа, вы приводите людей, а мне с ними разбираться. Давай уже, я предлагаю сделать лучше так. Там где-то перекроемся, закроемся. Не стоит. ЛБТ. Просто ну, розповісти, яка в нас ініціатива. Всі як би свої подання, а я ж перескакую. А ти не шукаєш? Я спочатку напрямую, а потім паралельно в системі, там Верховна Рада, там все, я получаю номера, все входящі, все. Я ж показував. Конверти, міністрата президента відписували, так особо вести точно. Все как бы по правилам. Все даже кто-то не понять, что это или как-то такие вопросы.